Ветрозащитные штаны королевской армии Нидерландов. 1960 год. Сейчас покажу нашивку размерную. Штаны очень классные. Это новые складского хранения. Есть белесая полоса там со стороны сзади. Но это от того, что они были сложены. Других изъянов нет. Штаны мощные. Двуслойные. Потом выверну, покажу. Ткань молескин. Ну, одна из разновидностей. То есть очень крепкая ткань и защитные свойства, конечно, у него достойны. Удобна модель, что вот так вот убирается длина штанины, фиксируется, и можно носить под высокую обувь, там сапоги и берцы, карго, кармашки. Значит, размер там написано 90-80, то есть пояс получается 90, и можно уменьшить до 80, убавляя вот ширину пояса. Штаны на пуговицах. Еще потом, вот смотрите, здесь можно, вот это, наверное, для подтяжек. Вот, получается, спина и по бокам фиксация. И также пояс изнутри можно вдеть, есть шлевки. Сзади они вот так выглядят. У них очень высокая посадка. То есть это не те модели штанов. Не коммерческая версия там военки, которые носятся как джинсы, то есть короткая посадка. Это все функционал высокий. Это защита поясничного отдела. Посмотрите, какие они высокие. То есть если вы предполагаете еще что-то либо поддевать, учитывайте все замеры. Вот так вот они выглядят сзади. То есть вот пуговки для уменьшения пояса. Сейчас покажу, как изнутри выглядят. Вот бирка, где написано. 1960 год. Вот они изнутри. Очень плотная ткань. И верх, и внешний слой, и внутренний. Вес у них около 1,5 килограмма. Вот. Достойные такие вот штаны для холодной погоды.